Всем привет! Меня зовут Диас, и я живу в Казахстане. Ни для кого не секрет, что в Казахстане сейчас период безработицы и застоев. Многие мои друзья потерпели неудачи в бизнесе и лишились постоянного места работы. А остальные не упустили свою возможность и теперь живут за границей и работают на самых выгодных условиях. Сегодня мне звонила Оксана из Ashron Group и сообщила очень важную информацию. С 3 августа в Казахстане начинает работать посольство Польши и начнет одобрять рабочие визы в период данной ситуации. Я поеду из Казахстана в Варшаву, а оттуда в Норвегию. Присоединяйтесь.